Всем привет, дорогие друзья! С вами Эстонец и Ронин на каналах Эстонец, соответственно, и Ронин на Ютьюбе, а также на портале estonians.com. Вот, где вы можете видеть нас одновременно с двух камер. Я думаю, что большинство уже в курсе и большинство уже именно оттуда и смотрит. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы будем транслировать сегодня умопомрачительный, на мой взгляд, будет матч одних из старейших сообществ вообще корабельных. Это Сил и Aces, то есть тузы и котики морские, да. Собственно, я сейчас вижу тех игроков, которые, ну, наверное, это та сборная старых добрых вояк силовских, и, соответственно, тузовый состав во многом удавился, но среди них вижу и Сика, и кто у нас тут еще из суперстарой бригады, а больше никто. Состав в основном новый, с новым командиром, Тайлспин во главе. Я очень хорошо знаю тузов, поэтому я сегодня на их стороне и буду от них стримить и очень за них болеть. Извините, но стрим вот сегодня будет не совсем, скажем так, справедливый. С другой стороны, напротив нас Алатриста, это тоже известный стример, он тоже будет болеть за своих, поэтому такие вот у нас стримеры. У нас один Ронин, окажется, не заинтересован в результате этого матча. Не заинтересованной стороной? Да. Ну, пока что да. Жестко объективным. Если бы, допустим, это был последний тур, то поскольку в группе А есть смайлы, вот, формально я мог бы быть заинтересован, когда там решалось бы уже вопросы там первого-второго места. Ну, поскольку это второй тур, еще ничего не определено, то по большому счету я, конечно, вообще не заинтересован. Ни в исходе этого боя, ни в одну, ни в другую сторону. Знаешь, как по-футбольному, ты бы болел за ничью, если бы она была, в принципе, возможна, да? Плюс, потому что обе эти команды, Seal и Aces, они, ну, и Smile Gaming, это вот три команды, которые составляют костяк этой группы, основу. И, в принципе, все три претендуют на два свободных места слота на выходе в плей-офф. Сейчас... В этом плане, это, кстати, в определенном смысле группа смерти, исходя из того, что здесь три сильных команды. Если даже не 4, вот понимаешь, у меня есть подозрение, что там еще кто-то есть, то ли темная лошадка, то ли действительно сильная команда, я сейчас обязательно... Ну, в данном случае сильные команды, которые мне известны, я бы так уточнил. Сейчас я озвучу, какие команды еще присутствуют в группе A. Вот, и, кстати, на стриме... Хамстерс, Арго Тим, Фухаус Флэш, Драконы и Си Дэвилс оф Раша. Ну, да, я совершенно несправедливо сбросил со счетов команду Full House Flash, но вот не уверен, Flash это основа или это не основа. Тут очень важно, да, потому что основа у них сильная, а не основа, ну, я просто не знаю. И то же самое с Russian Alliance Bravo, это вот две команды, которые могут казаться темными лошадками. То есть, в целом, они представляют сильные довольно-таки сообщества, но... Именно вот эти эскадры, они малоизвестны лично мне. Вот, что еще могу сказать по поводу группы А. Забавная ситуация была во время, собственно, стрима, как это, жеребьевки. Первыми выбрали команду Aces, да, то есть из 97 команд выпнули. Да, мы проплатили и попали в группу смерти. Замечательная проплата. Пока есть время, небольшое такое отвлечение, небольшое такое наблюдение. Я любитель пользоваться Википедией, и вот забыл задать этот вопрос на стриме с Влегрисом. Ну, такой смешной. Конечно, ответ был бы 100% нет, но небольшое совпадение. Значит, еще перед тем, когда анонсировали вообще французов, да, вот, ветку, за прошедшие три... В общем, ситуация какая? За прошедшие три недели. Есть такое понятие, ты пользуешься в Википедии? Да, безусловно. Я думаю, все ей пользуются. Есть понятие «избранная статья», да, та, которая на главной странице, вот когда заходишь на Википедию, ну, избранная статья вот такая, случайным образом, за которую проголосовали. Ну, есть правила выбора избранных статей, вот. Она висит на главной странице. Так вот, за последние три недели на корабельную тему, которая непосредственное отношение имеет к World of Warships, ну, то есть в отношении тех кораблей или того вооружения, которое представлено в этой игре, ага, было 6 статей. 6 избранных статей за последние две недели. Корабельных. Да. Там была статья о Лексингтоне, там была статья о линкоре Нельсон, британском линкоре, потом статья в качестве избранной статьи, да, статья о орудиях Нельсона, вот, точнее, не орудиях Нельсона, а об орудиях король Джордж VI.
вот, Георг VI. Вот, потом статья о самом короле, по-моему, короле. Ну, в общем, 6 статей, вот связанных с Варой, потом об Айове и отдельно потом статья о главном калибре Айовы. Ну вот такого плана. Обалдеть. Таких вот 6 статей за последние 2 недели. Такое ощущение, я вот хотел задать этот вопрос, не проплатили ли Википедию? И намек был на то, что скоро выйдут британские линкоры, потому что 2 статьи было именно вот о британских, связанных с британскими линкорами и их вооружениях. Британцы проплатили, значит, не исключено. Ну, вряд ли. Потому что у британцев Википедия на английском, а у нас-то речь шла о русском сегменте, вот на русском. А русские писатели дешевле. Ну, тоже правильно. Рерайтеры. Такой себе, да, как его. Фонд Сороса, да? Да, что-то вроде того. Не знаю, что это такое, главное сделать вид, что я в курсе. Фонд Сороса. Так, ну что, у нас команды по 11 человек уже собрано, по 2 стримера в каждой, ну точнее, по 2 фото, скажем так, в каждой команде и по 9 основных. Да, и нераспределенный один игрок, это судья, судья турнира, который, собственно, следит за тем, чтобы все было четенько, чтобы все запустились вовремя, и никаких проблем не было. Так, небольшое сразу приведу по карте, карта такая... не предрасположена, в принципе, для активного раша с самого начала боя, потому что карта закрытая, достаточно островов 1 000 000, скажем так, и поэтому в основном команды, скажем так, играют, ну не то что осторожно, они, у них есть первоначальная обычно схема распределения кораблей до того, как засветится и определится тактика противника. Обычно это так происходит на этой карте. Как будет в этот раз, не знаю. Возможно, мы, ну я еще, скажем так, я за все время, вот сколько я играл, видел чужие, я еще не видел таких рашей сразу, да, сходу. Ну вот, если взять, например, для сравнения, бои, например, ранговые, где команды там врываются, зачастую бывает каждая на свою точку, да, вот, с 2 точками, в которой, вот, даже линкоры там иногда врываются, в турнирном режиме такого не происходит. Макс? Идет более-менее столкновение сразу и куда команды двигаются одновременно, это на крайние точки. Я имею в виду, конечно, не эсминцы. Меня еще тут поправляют, что Мечистина еще из стариков. Ну, возможно, но не из первых. Из первых, вот, наверное, Сик. Как телезритель, он пришел к нам в команду, так что, друзья, если вы имеете хороший скилл, вам интересно направление киберспортивное, то я вас приглашаю подать. Ответить, что ты готов. Да, конечно. Да, я и сам отвечу. Уже ответил. Да, главное телезрители, чтобы были готовы. Так вот, я не закончил. Собственно, если вы чувствуете в себе силы, то ищите нашу TeamSpeak по адресу ts.ss.gg, заходите и ищите товарища с ником Пул, такой, знаете, как этот, как свиминг, только просто Пул, вот, и, соответственно, он вас проинструктирует, посмотрит и даст вам направление действий. Да, я вот просто смотрю, что еще, опять же, подсказывают, что 6 сильных команд у нас в группе, но я даже не знаю. Насчет 6, ну посмотрим. Скажем так, слабых, возможно, команд в группе нет, с этим могу согласиться. Так, очень интересные сетапчики, они зеркальные. Рассказывай, да. Они зеркальные, отличие только в Алабама, Каролина. Но это... И о маге Бисмарк. Ну да. То есть по линкорам полное отличие. Да, по линкорам отличие, во всем остальном абсолютно зеркалка. Конечно, Бисмарк, ну да, есть отличие, вопрос, как они найдут применение. По поводу Алабамы, кстати. Интересный вопрос, да. Ее недавно выпустили, стоит ее брать? Ее выпустили за 5 часов до старта турнира, вот что самое забавное. Да. Значит, Алабама, двойственное у меня мнение об этом корабле. Не могу сказать, что она прям зайдет, у нее есть своя, безусловно, специфика, но и свои огромные минусы. Несмотря на то, что все-таки там, по-моему, что-то подправили с... как его... размерности цитадели, но все равно цитадели наловит значительно лучше норки. Несмотря на ее меньшие размеры и меньше. То есть ее плюс это меньше радиус разворота. Вот, и меньше, это как его.
господи, и меньше размера сами по себе. Я еще не успел насладиться этим кораблем, поэтому не в курсе, не могу тебя не поддержать, не опровергнуть твои слова. Ну, собственно, у нас уже начинается разъезд потихоньку. Да, у нас тоже, значит, очень, ну, не то чтобы это плохое, но, в общем, интересная фишка, Бенсон более быстрый, чем Широцую. У нас идет на Б, сходу идет на Б, вот, а вот Широцую плывет на дальнюю точку. Ну, здесь есть своя логика, сейчас о ней не буду рассказывать долго. Вот, при этом, что у вас по авикам? У нас истребительный сетап. У нас тоже истребительный сетап. Я не думаю, что хоть кто-то из скилловых команд будет использовать здесь не истребительный, а ударный сетап. У нас такая же ситуация. Бенсон сейчас вместе с Кутузом рвет на Б, но не на большой скорости. Я бы сказал, что они ждут, пока Авик все просветит. И Широцуи идет на точку А, в сторону значит, точки А. Скажи, пожалуйста, у вас кто-то вообще из кораблей на С плывет? На С идет Атага, но это как всегда. Это такая частая тактика Кутузов. Вообще ни один корабль, поэтому Атага, безусловно, займет вашу точку, ну, не скоро, а вот что будет на точке А, возможно, это определить бой, потому что на Б это будет такая игра осторожность, скажем так, вот, небольшая, как по мне, ошибка нашего Бенсона. У нас Бенсон стоит на краю точки и стоит бортом, то есть у него нет возможности для маневра, он может плыть только вдоль бортом, опять же, вдоль границы карты, в границе точки. Вот, соответственно, торпеды ловить, ну, для него уклоняться от торпед хуже. На Б у вас заходит Бенсон или нет? Слушай, у нас на Б Бенсон не заходит, он уже поставил дымы, сейчас будет из-за острова выходить Кутузов, Норка и Чапаев. Скорее всего, РЛС продавит и не должны вроде как позволить сейчас забрать Б так легко, иначе это ошибка. Вообще, Тузы на тренировочном турнире очень активно играли, очень агрессивно и активно, они в любой возможные ситуации, они рашили, прорывали, и поэтому были очень интересны для стрима и для телезрителей. Значит, скажу сразу, мы захватили, но РЛС либо не успел, а пошла, но уже поздно. Буквально решили секунды. Пару секунд назад включи РЛС, чтобы нужно учитывать еще подлетное время снаряда. Так, Бенсон, конечно, возможно, что-то получит, но уйдет. Все, точка захвачена, небольшой профит есть, небольшой. Ну, скажем, это хорошее преимущество, учитывая, что на А у нас, у вас опять же захват идет, и мы даже никем не можем сейчас помешать, если это Бенсон, ой, если это Широцую, да? Да, это, конечно, Широцую. Ну вот, на С у нас идет Атага, у вас там вообще никого, да? Да, у нас там никого, эта точка за вами будет рано или поздно. Ну, хоть какая-то будет за нами, в принципе, сейчас вот состояние вот это в дымах, оно себя не уверен, что оправдает на точке Б, потому что сбить не сумели. Как-то очень медленно, очень медленно ребята пошли. Почему наш Бенсон туда не пустил торпеды? Тут телезрители мои подсказывают, что они не успевают переваривать ту информацию, которую ты им предлагаешь. Она очень быстрая. На самом деле, я соглашусь со зрителями, но это связано не с тем, что я много говорю, а с тем, что здесь действительно требует на самом деле та информация, которую игрок должен переваривать, турнирный игрок, она действительно связана со многими аспектами, это не то, что я вот только туда смотрю и смотрю за развитием событий на этой точке, и от этого все зависит. Нет. Информация действительно здесь может быть очень важной с разных вообще участков карты, которые нужно, а поскольку я комментирую для тех, кто, может быть, не столь хорошо ее понимает, я пытаюсь успевать вести. Ладно, я буду тебя иногда останавливать, причем я игру не понимаю, ну то есть в том объеме, в котором ты ее понимаешь, да, даже телезрители все, буквально все как один знают лучше меня основы World of Warships последних лет, потому что я уже год, наверное, не являюсь активным игроком, поэтому мне очень интересно послушать тебя как профессионала. Буду стараться вместе с зрителями успевать обрабатывать информацию, которую ты предлагаешь. Так, что у нас происходит? Алабама уже, по-моему, пожила. Алабама, скорее всего, пожила, и ответный ход Тузова это убийство корабля и одновременно захват точки Б. А смогут ли Б-то забрать? У вас там вроде... А у вас там нет Чапаева? Рядом нет. А, вот Чапаев на С. Ой, на А. Они оба там. В этом-то и дело. Опять же говорю, два Чапаева на одной точке. Замечательно. Зачем? Вот не совсем мне сейчас понять. У нас, в принципе, там раш идет. И, видимо, попытка обменять тот потерянный линкор на вашего потерянного линкора.
Кстати, еще одна особенность, не могу стопроцентно утверждать, но исходя из мнений тех людей, которые тоже тестили Алабаму, Алабама такое ощущение, что горит более активно, хорошо, чем, да, более активно, чем Норт. Может, деревянная? Это не с деревянностью связано. У каждого корабля по механике игры есть такое понятие, как процент невозгораемости, скажем так. Ну да, да, это понимаю. Возможно, у Алабамы, он же невидим этот процент. Ну, естественно, как и в реальности, в принципе, некоторые корабли были менее, возможно, более пожароустойчивы. Да, возможно, Алабама менее пожароустойчива. То есть у некоторых там дополнительные огнетушители стояли, была команда толстая из числа тех, кто тушит. Так, у нас сейчас заходит на Бенсон торпедоносец, и есть вероятность попасть торпедой. О, ушел ювелир. Ювелир сейчас может расстрелять из дымов, собственно, вашего Бенсона, который каким-то образом светится. Который я вот тоже не могу понять, он вроде бы не ставил дым. Только сейчас поставил дым. Да, вот теперь он только их поставил. Ну, в принципе, они в одинаковой ситуации сейчас, но точка-то за нами. Преимущество. Так, у вас Чапаев рядом есть точки Б? Нет. Увы, у нас Чапаев где-то пылесосит край карты, там в дымах стоит вместе с Амаги. По-моему, еще у вашего Бенсона чуть раньше откидываешься торпеды, вы то у вас тоже Алекс заходит на нашего Бенсона, который выдал, естественно, свое местоположение стрельбой. Посмотрим, удастся ли нашему Авику наказать. Да, ушел. Не попадает. Жаль, можно не следить. А да. Тага вот наш, ты видишь, где он? Я вижу, где он, он правильно действует. На самом деле он правильно действует. Давай, расскажи. Ему угрозу может представлять один на один, ему не страшен ни один крейсер. То есть он с ним на равных может соперничать, при том, что кроме атака тоже вражеского, да? Потому что у него силка, у Чапаева, у Кутузова тут нет. Вот. И Авик. Но у Авика у него на первый налет есть заградка, и не стоит забывать, что у Авика сетап не ударный, а прошлый. Вот. То есть он абсолютно нормально действует, так вот нагло идет, как бы не просто замыкать круг, а он должен, его задача постоянно напрягать вражескую команду. Ну у него сейчас будет получаться, да? То есть сгонять в один кустик. Даже не сгонять. Смотри, вот сейчас у нас стоит Бисмар с Кутузовым напротив Б в дымах. Даже когда они, вот когда они засветятся, когда атака будет сейчас по ним стрелять и даже светиться, что делать Бисмар? Вот поставь себя на место Бисмарка. Да, его сзади безнаказанно поливает атака. Но переводить, стоит ли ради этого переводить кучу времени, тратить на то, чтобы перевести ГК с основной группы, по которой нужно наносить дамаг, по которой нужно наносить дамаг с точки зрения требования командира. Либо переводить на атака, по которому он вряд ли ваншотит. Вот это и есть называется разведение на стволы. То есть вот он вынужден отвлекать два корабля. То есть Кутузов сейчас по атаке вашему стреляет. Но атака не убить вот так вот. Вот так вот с такой дистанции его за раз не убить. Это его задача. Он ее выполняет великолепно. Так, у вас Кутузов принял торпедку. Так, а я сейчас небольшие настройки произвел. Тут были проблемы с микрофоном. И я искренне надеюсь, что... Через 5 минут у ребят будет лучше слышно меня. Руслан, изменился звук? Нет, ТС не изменился. Я как слышал тебя хорошо, так и продолжаю слышать хорошо. Значит, по поводу, вот не совсем мне было понятно задумка, что же планировали делать с этими четырьмя кораблями, вот, Сиэл? Опа, вот и нет Кутузова, да, попали в блайнды, блайндами, судя по всему, он не светился, не должен был. Я вот немножко недоумевал, то есть, ну не то, что недоумевал, а я не знал просто, как Сиэл будет оперировать вот этими четырьмя кораблями, которые, они, в принципе, по моему мнению, правильно не пошли огибать вот этот длинный остров, вот, и все-таки извлекли пользу от стрельбы через остров. Вопрос в том, выживет ли сейчас In My Soul Forever, Jazz In My Soul Forever, да? Джаз моей душе навсегда или нет. Если попадут, то, конечно, не выживут. Вопрос уже в попадании. Он уже перестал стрелять в попытке отсветиться. Но там летят ББхи и, скорее всего, доберут. Нет, не перекинули его. Так, я опять отвлекся, решал технические проблемы. Иногда такое тоже возникает. Очень-очень грамотное в данном случае действие нашего Бенсона. Стоит отметить в плюс. Вот то ли это была команда командира, то ли он сам сообразил. Пользуясь тем, что атака надолго покинула точку С, он пошел ее захватывать.
грамотное решение. Сейчас, конечно, не совсем вот ошибка уже вижу Авика. Он в цвету, наш Авик, и, безусловно... Ну, сейчас же... Чапаев ближе к точке расплаты, и потом за ним идет следующий Чапаев. Наверняка должен идти, но стреляют по Авику. Если сейчас Авика заберут... Авика забрать с двух залпов не получится, но если он продолжит светиться, то даже за остров ему накинут. Опять же, это ошибка, по моему мнению, самого Авика. И да, пилоты наши летят в ту сторону, чтобы светить, чтобы не дать ему уйти за остров. Попытка выковыривания. Очень активно действуют команды. Вот очень, мне очень нравится этот бой уже. То есть попытка ответные действия на действия противника, да, какие-то. То, о чем я говорил на тренировочном турнире в паре боев. То есть, опять же, наши Бисмарк, точнее Кутузов, не прозевали моменты, пользуясь тем, что видя, что уже уходит противник. То есть вся команда, что мне нравится в этом бою, вот вся команда. Не то, что одной группе командир дал указание, она действует. Нет, вся команда шевелится. Слушай, смотри, вот Широцуев сейчас вроде как уходит, но смысла в этом большого нет, потому что там Атага его встречает. Виктор, наш друган, Сик, но Атага сейчас его должен забирать. Или и Чапаева, и, собственно, Шокаку. Это его день. Смотрим, да, как пройдут торпеды. И Шакака, и Чапаев еще должны поиграть. Норк, похоже, тоже наш поиграет. Она каким-то образом Франчес прям вот на торпеды поворачивал, да? Это очень... Ну, это чисто его ошибка. Прям вот его ошибка. А отсюда, кстати, вот я сразу скажу, что и вот такого одиночного, так сказать, нагибатора в виде атака может нормально контрить только Авик. Но тогда он все свои ударки тратит только на атаку. Он его надолго задержит, продвижение вперед. Надолго, безусловно. Да, у него есть заградка, нужно переждать эту заградку, но это единственный, кто с ним может более-менее справиться, не сильно отвлекаясь на, скажем так, уменьшение дамага по остальным кораблям. Это именно Авик. Дело в том, что все равно, кроме вот такого одиночного атака, целей особых у него нет, у Авика. И вот нужно было развлекать именно атаку Авику. Я считаю. Так, по-прежнему у нас две точки, но потеря теперь Авика, теперь свет безграничный, конечно, за вашей командой. Ну и плюс два корабля, да, то есть вы потеряли двух Чапаевых, которые... Да, которые РЛСят. Да, а при двух эсминцев, ну я не уверен, что сейчас у нас те же два Чапаева, которые могут отгонять эсминцы и шотнуть их в любой удобной ситуации. Ух ты! Да, великолепно. Тайлспин. Причем, по сути, в корму, да. Тайлспин, ну, молодец. Командир, не просто так. Конечно, это везение. Без горя везения, но... То есть, во-первых, нужно уметь, конечно, стрелять, чтобы попасть куда хочешь, но все равно без доли везения там не обошлось. Да вообще, в этой игре очень сложно без везения играть. Ну, тактика все равно решает. То есть, если бы они изначально в эту сторону не пошли, он бы не оказался в простреле, скажем так. Так, что делает ваша атака в данный момент? Где он ближе, к какой точке он находится? Он пошел на точку Б, скорее всего, да, прямиком? Атака, он идет между точкой Б и С. Судя по всему, он идет на С, но со стороны островов. На С, потому что смысла уже перезахватывать две точки нет, он просто идет отрезать путь правильно. Я считаю, что это правильное решение, то есть не напрямую на Б. Запирать. А чтобы если кто-то начал уходить от вашей основной группы в сторону С... Да, я и говорю запирать, не добирать, а запирать. Да, мне подсказали забирать, да, запирать, да. Забирать тут есть кому. Сейчас Бисмарк из дымов вышел ваш... В принципе, ну, его за это наказать никто не может, все стоят за островами зачем-то. Ребят, время, конечно, много еще, но да, много, надо но реализовывать большинство кораблей. Потому что точки пока две капают с нашей стороны, как бы. И вот мне интересно, где группируются ваши корабли, с какой стороны они хотят выйти? В пролив вот между... В пролив на F3 или все-таки снизу карты на G3? Мне кажется, на G3 пойдут, но вот если верить Амаге сейчас разворачивается на F3. Да, то есть Чапаев один идет на G3 явно. У вас есть преимущество корабля, вы можете себе позволить даже разделить корабли. Они просто ждут атака. У меня полная уверенность в том, что они просто ждут атака, чтобы сейчас. Атака, который выйдет по седьмой линии. Да. И тогда уже начнут. Мне кажется, это потеря времени. Может быть, но. В любом случае, еще все шансы победить у Эйсис, безусловно, есть, но мне кажется, это. Не у Эйсис, у сил.
Я думаю, что все-таки сейчас все на стороне как раз Aces. То я есть... же говорю, победа все-таки, безусловно. Вот ты говоришь, шансы у Aces есть? Победить, да, именно у Aces. Я имею в виду то, что они просто теряют все-таки чуть-чуть время. А, ну, может быть, может быть. Есть, есть. Причем отличный залп бэхами, вовремя зарядил, потому что Кутузов светился. Отлично, все, сравняли с очками, все, дальше уже добивание, уже, ну, шансов нет. Сил шансов нет. Опять же, кстати, вот быстрая, очень быстрая потеря Алабама, как по мне. Чрезмерно быстрая. Да, в этом бою. Несмотря на то, что она стояла носом, вот очень быстро она, конечно, ушла в корт. Атака не стреляет, ведь правильно, решил отсветиться. Зачем стоять под фокусом трех кораблей, если можно подойти к острову, отсветиться, еще и захватить точку. Не позволяя себя сбивать. Все правильно. Зажато, зажат последний Бисмарк. А так втихаря так забирает точку, естественно, ни Шрацу и ни Бенсон ему сделать ничего не могут, а Бисмарк он просто туда не пойдет. Иначе его прикрывают с точки F. Приоритеты, ему сейчас выжить в принципе хотя бы. Да нет, уже смысла нет даже за что-то бороться, на мой взгляд, да, в такой ситуации выжить невозможно. Зашли, да, зашла торпедка. Вторая зашла, торпедка, да. И, собственно, не, просто к тому, что атака, как бы, казалось бы, атака сейчас тоже мог не бояться в такой ситуации, уже плыть вперед и тоже пытаться сбивать. Но вот сама логика игрока, я считаю, она правильная. Есть возможность взять точку, возьми. Как бы ситуация не настолько критична, что нужно бросать все и спасать своих союзников. Союзники в порядке, зачем о них беспокоиться? Вот он решил, он не наносит дамаг, но он брал точку в инвизе. Абсолютно верно, я считаю. Ну а сейчас может наносить дамаг, когда линкора уже нет. И может наносить как из инвиза пытаться, так и без инвиза, неважно. Даже если бы линкор был, уже понятное дело, что все уже в руках, конечно, Aces. Так, друзья, я сейчас, ну, собственно, что говорить об этом бою. Очень агрессивно и активно играли обе команды, но тузы оказались более удачливы и, может быть, скилловее, не знаю. Ну, в общем, в этот раз их тактика принесла плоды, вот это вот с окружением Атага. Очень хорошо были схвачены Сёкаку и Чапаев добит. Атага, то есть ставка на Атага сыграла, потому что команда противника позволила ее реализовать, то есть Авик не отвлекал Атага, он прошел, еще когда он засветился, скажем так, на восьмой линии Атага, Авик туда не полетел, они позволили подойти, но все-таки у Атага ограниченная дальность стрельбы, если бы Авик держал его в напряжении, то есть когда ты даже заходишь Авиком, даже под заградкой, например, ты заставляешь маневрировать, да, корабль противника, он не плывет на максимальной скорости вперед к твоим союзникам. Да, то есть, ну, ты задержишь по времени. Авик наш не развлекал так, таким образом. Вот. И что хотелось бы, во-первых, похвалить обе команды. Вот реально, это первый мой бой за весь турнир из того, что я видел. И тренировочный тоже? Да, тренировочный тоже, да. Когда обе команды очень, скажем так, своевременно реально оперировали всеми кораблями. Вот всеми, абсолютно 9 кораблей двигались, исходя из ситуации на конкретно его участке боя. Я очень много видел хороших рашей, скажем так, но бывало такое, что вот ты всю ставку сделали, допустим, на раш какой-то группы, а про вторую забыли. Как ей в этом случае действовать? Такое я видел. А вот сейчас я увидел и Бенсон, который пошел перезахватывать точку С, да, вот, особенно тузы мне понравились, очень быстро оперировались. Вот, и эсминцы передвигалась вся команда, вся команда. Это приятно. Так, Руслан, я сейчас тебя оставлю наедине с телезрителями, а сам ненадолго отключусь, мне нужно технические неполадки решить. Ну, то есть я не отключаю стрим, ничего, да, то есть я просто проверяю какие вещи.
наверное, есть, но мне кажется, это... New Ace, Сусил. Тогда не стреляет неправильно, решил отсоединиться. Зачем стоять под фокусом трех кораблей, если можно подойти к острову, отсоединиться, еще захватить остров, не позволяя себя сбивать. Все правильно. Зажат последний бисмарк. Так, друзья, я лично вернулся, и сейчас мы ждем новый бой. Комната уже создана. Стримеров также. Я понял, о чем вы говорите, друзья, в чате, но для того, чтобы решить эту техническую неполадку, нужно будет остановить, скорее всего, трансляцию. Я на это пойти не могу, поэтому буду уменьшать громкость своего микрофона. Надеюсь, вот на этом уровне будет достаточно. Так, уменьшил громкость своего микрофона, соответственно, вы будете слышать меня приблизительно так же, как и слышите Руслана Ронина. Если будут, опять же, проблемы, вот сейчас, когда я говорю, сообщите мне, пожалуйста. Да, это косяк. Лайк, подбодрите лайком и подпиской, ребята. Это первый раз такая фигня, я понял, в чем причина. Дело в том, что у меня два микрофона. Вот, и один из них, к сожалению, был задействован, скорее всего, именно он. Не тот я выбрал в настройках, поэтому не тот микрофон у вас сейчас шуршит. К сожалению, выбора у меня сейчас нет, кроме как либо остановить, либо продолжить. Я предпочитаю продолжить, потому что вроде какие-то изменения внес. Так, ну что... Будем, лично я буду продолжать болеть вместе с моими телезрителями за Aces. Я вижу здесь очень много телезрителей, тех, которые состоят в Aces. Быть может, и Сил меня тоже смотрит, но я думаю, что эти ребята смотрят скорее латристы и вместе с ним сейчас пытаются найти подход к решению проблемы, как же взломать вот эту вот комплексную атаку по всем флангам от стороны Aces. Готовы ли у нас, спрашивают. Ну, я на самом деле понимаю, что Ронин сейчас отошел, но из-за стримеров останавливать не будем, да и сейчас оно... Вот, да, Руслан, ты готов? Я совершенно забыл его в скайпе включить. Но тут вопрос, введена она в игру на момент начала турнира или нет. Дело в том, что Алабама введена не на момент начала турнира. Начало турнира было вчера. Вот. И уж тем более не на момент окончания регистрации на турнир. Вопрос, кстати, спорный. С юридической точки зрения. Да вроде как Склифф уже объяснил, что он увидел ее... Склифф это главный судья турнира. Он увидел ее в магазине премиумном и решил ее добавить, в том числе, типа, ну почему бы и нет. Оказалось, что она в премиумном магазине только у коллекционеров, то есть это не совсем правильно. Ну, учитывая, что корабль сейчас себя не проявил, и может быть... Да, может быть, к этому и не будет действительно претензий. Ну что ж, будем надеяться.
чувствую, сколько гадостей я выслушаю в чате после этого стрима и когда зайду в TeamSpeak. По поводу? Ну, по поводу... Нет, с чем это связано? По поводу звука, который просто ужасен. У меня есть сейчас гениальное решение этой проблемы, друзья. Вот на портале asus.com, вот обязательно туда зайдите, и это решит вашу проблему тем, что вы выключите звук в моей трансляции и включите звук в трансляции Ронина. Он меня слышит через TeamSpeak, там правильный микрофон выставлен. То есть и вы будете слышать и меня, и его. Восхитительно. Вот. Это идея. Идея. Я хотел сказать на эстонец именно ком. Да, точно. Прошу прощения. Включите звук, да, с моей трансляции, и вы будете слышать всех стримеров. Ну не всех, еще есть Аватрис. А двух из трех стримеров. Так, ну что же, у нас по-прежнему играет команда две правых точки. То есть теперь у нас не А и Б, у нас Б и С. Судя по всему. Да, у вас. Так, я прошу прощения, я как раз писал эту коротенькую инструкцию, потому что ребята услышат только через 5 минут, с другой стороны, как раз бой начнется, когда они это услышат, возможно, они все успеют прекрасно правильно сделать. Так, окей, поехали. У нас идет движение в сторону Б и С, причем у нас мы бросаем полностью точку А, у вас идет кто-то на А? У нас идет на А Атага, Бенсон идет в сторону А, но ближе, наверное, на Б он будет сейчас. Не, он делает вообще полный разворот и непонятно, куда он идет. В основном у нас акцент идет сейчас на между Б и С и С, скорее всего. Хотел бы акцентировать внимание на вот что значит тактический скилл Алика. Вот сейчас ваш бомбер, всех несмотря просветил. На то, что он, конечно, потеряет, да, группу бобров. Красавчик. Но он, да, он просто все просвечивает. Это вот полностью засвет всей команды. В том числе и нашего Алика. Скорее всего, он уже засвечен, наш Алик. Да, да, у вас вообще вся команда светится. Кроме, наверное, эсминцев. Ну, сейчас и вот теперь и Бенсон засветился. Да, вот теперь и Бенсон. Вижу ястребы над ним. Отличный ход. Знаете, вот, понимание, да, того, что Алик, несмотря на то, что, конечно, мы больше сосредоточены, ну, сосредоточено наше внимание на кораблях, я лично даже не успеваю зачастую следить за действиями Алика. Поэтому в редкие моменты, когда успеваю это делать, ставлю вот лайк. Поскольку в этих боях от Алика больше нужен именно свет, и решает именно свет. Скажи, пожалуйста, на С у вас будут встречное какое-то противодействие нашему Бенсону? На С нет, на самом деле туда сейчас никто не идет, и скорее всего ребят просто отдадут. Вот. А они возьмут, уверенно, Б они уже отдали, а С они даже не пытаются пока. Поздно прошла РЛС-ка, то есть Шерацую, конечно, прилетела, но поздно, уже после захвата, уже второй бой подряд. И в прошлом бою, кстати, не успел Чапаев подойти. Поздно, вот это небольшой, по мне, недочет. Если, конечно, ставка не сделана вообще на то, что мы, в принципе, Б отдаем, мы как-нибудь потом решим эту проблему. Ну, может быть, так и есть, потому что вот они не сильно активно, там некому стрелять, в принципе, было по нему, да, то есть... Ну, почему? Пол ХП же сняли, когда прошла РЛС-ка. Кстати, торпеды, конечно, Авик ваш засветил, безусловно, правильно, которые идут по магии. Засвечены же торпеды? Да, они еще им идти очень долго, и о магии их носом встречает. Тоже оба. Отлично. Так, на Бенсона. На Бенсона попытка зайти. Не знаю, есть ли у Бенсона заградка, но по идее тут уже Чапаев подошел. Ну, не допустит же. А, да, под заградкой веера широкий, под заградкой. Все окей. Все, сейчас у нас заходит. Кстати, на Б. Поймал, по-моему, торпедку, да? А магия? Нет, да. Не поймал. Не поймал. Вроде да, как не ловил. Может быть, да. А Бенсон уже заходит на Б, да, и... Свету. У вас там Чапаев, это тоже далеко. Я понимаю, что он в свету. Он сейчас за остров спрячется, и все. У нас снова два Чапаева вместе играют на дальней точке. В прошлом бою они играли на А, теперь они напротив С. Вот они вместе идут. Вот, и где у вас, собственно, противников нет. Да, ну у нас и на Б сейчас нет. Вроде как он светится, я понимаю, это прекрасно. Ну, даже стрелять некому. Вот только теперь летит, залп, да, летит залп, это я вижу, может, и он тоже видит. Если ваш Бенсон подойдет сейчас под остров, то ему даже простреливать, по-моему. А я не знаю, почему он остановился и не идет за остров. Вот только сейчас сделал, немножко двинулся.
в сторону острова, чтобы ничего не прилетело. Что как у вас светится, его высвечивает на шарик, я же не знаю зачем. Пострелять по нему все равно некому, но Атага скоро выйдет с точки А, обогнет остров и уже сможет накидывать Шокаку, а ему уходить некуда, если его будут так светить, то ему некуда уходить. Еще раз, ты про кого? Про Сёкаку ваш. Про Сёкаку? Возможно, но пока что, я не знаю, будет. Атага ваш пошел туда же, да, огибать дальше? То есть видеть-то его будут, но он не в простреле большинства кораблей. Его можно убирать только сзади, там, где, если опять же за ним пойдет атака. Вот я и говорю, атака как раз и выходит сейчас на пристрельную позицию. Да, по линии 2, да, он сейчас выходит, ну, обходит трава. Дальность 15,7, и ему еще нужно приблизиться некоторое время. Значит, Алабама у нас поймала торпеду в дымах. Да, он сейчас в 21. Вот... Да, да, поэтому я же говорю, там еще время пройдет. Но вот сейчас, я считаю... Вот нужно что-то предпринимать срочно сил, именно у своих кораблей пошла перегруппировка, попытка. Не знаю, как это еще скажется, не готов сразу оценить. Атага и Чапай у нас, видимо, сейчас зайдут делать перекрестный огонь через со стороны точки С. Но перекрестный огонь крейсеров не так страшен, как перекрестный огонь линкора. И вот сейчас, Ух ты, Шрацуэ тоже сейчас, по-моему, поиграет. Возможно, возможно, потому что Чапаев вышел, прострелы 2000, это один удачный залп, уже 1800, стрельба Атага. Но никто не стреляет. А, вот Атага, да, стреляет. И Атага стрельнул. Как-то выпустил я это, и торпы ваши опять отсветились. У ребят будет время на них среагировать. Что могу сказать, у нас все шансы проиграть сейчас, потому что Чапаев с Атага пошли вокруг. Вот, они, это займет еще некоторое время. Это время нужно пережить нашей группе, вот, которая стоит в дымах. Я имею в виду не просто пережить. Там просто... Алабама светится, как новогодняя елка. В принципе, цели есть. Она, возможно, да, она выползла чуть из дымов, но она сдает уже назад. Но Бисмарк теперь выполз. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, во-первых, у вас сейчас идут туда торпеды стабильно. Да, и Бисмарк сейчас ловит минимум две. Нет, Бисмарк все. Бисмарк, все. Ну да, да, Бисмарк все. И во-вторых, ваша команда очень агрессивна, поэтому, ну, в принципе, нормально, поджимается. То есть, смотри, вот то время, которое потратила наших два, вот вышел сейчас Атака с Чапаевым, то время, которое они выходили в прострел, ваша команда использовала для того, чтобы, по сути, безнаказанно, вот тремя кораблями с Каролиной, да, подойти, поджаться под нашу группу островов. Ну, с другой стороны, сейчас наш Шукаку будет уничтожен. Шакако сейчас, ваш Шакако может уничтожить, но опять же это ошибка исключительно вашего Шакака, а не в принципе так. Да, команда. Потому что всем было понятно, где Атави, где Чапаев. Конечно, конечно. И уходить надо было раньше. Ошибка. Pulverized. Письма, кстати, не поиграл, немножко не хватило забрать, он отхилился. Вот теперь начинает. Да, там буквально 2000, 2000 хп у него оставалось. Вот сейчас Чапаеву надо бежать, меч истины, давай, давай, родной, беги за острова. Да, безусловно, вот этому мечу нужно убегать, безусловно. Атага между делом ловит одну торпедку. Вот, кстати, ага, вот дымы проставлены. Там рядом с вашей Амаги, видимо, эсминец, который ставит дым, да? Только не понятно, да, там сейчас Широцу уходит. Все, наша магия теперь не... Вот, только хотел сказать, все, уходит в порт. И вот теперь уже можно даже в дымах не стоять. А можно выходить, можно, да. Нет, да, все правильно. То есть сейчас Амаги может навстречу Чапаеву идти, и конечно, Чапаев не успевает уже Шокаку забрать. Даже меч истины может уже развернуться, потому что если за то время, пока Чапаев будет убивать меч истины, наша магия безнаказанно в это время, точнее ваша магия будет разбирать нашего Чапаева. Да, в целом вдвоем они сейчас, несмотря на то, что они полхэповые, даже там шотные практически, но они вдвоем, да, там еще и Широцуи в дымах мог бы стоять и стрелять, но он не делает этого, потому что Чапаева есть РЛСК. От тузов, вот я отвечаю на вопрос Шершуна, говорю, что от тузов у нас выставлена только одна команда, основная Aces, и все. Мы будем да, еще следить. Попытка продолжать давление, безусловно, правильно со стороны тузов, то есть вот сейчас Чапаев уже вынужден просто прикрывать авик, но это не сильно поможет, потому что у Атага есть силка, и если Атага сольет нашего Шакака, то, конечно, Шакаку,
ну, точнее, Сёкаку, если быть правильным. Сёкаку, да. Вот, то потом, даже оставшись с меньшим количеством хп против Чапаева, потом переключится фокус уже на Чапаева от всей вашей группы кораблей. Он свою задачу выполнит. На самом деле, уже, в принципе, не о чем вот так вот обсуждать Чисто, глубоко. Тут очевиден совершенно исход этой битвы, ну, на мой взгляд, да. То есть вот сейчас Кутузов пуляет дымы, там же выходит Бенсон, очень красиво сейчас должен быть. Дымы сейчас очень плотный веер. Смотри, два веера торпед сейчас идут в эти дымы ваши, наши конечно, окружили. От Кутузова, очень да. Красивый сейчас момент может быть. Вот Бисмарк, конечно, красавчик, то, что он уходит от этого частично. От одного веера ушел, от второго ушел. Но не столь же прыткими оказались вот, Кутузов. И он своим телом даже не смог прикрыть Алабаму, которая тоже получает две торпеды. Да. Великолепный выход. Очень агрессивная игра со стороны Тузов. Это тайминг. Это... Раш в начале, ну не в начале, но в середине боя. Не в конце, как вот мы видели на тренировочном турнире, да, когда как действовал Гиперборея, да. То есть она делала раш, когда там, помнишь, она балансировала на 900 очках. На 9, ну, когда было 900 очков, она шла в раш и вот пыталась выиграть и выигрывала эти бои, но, так сказать, на тоненького. То есть Тузы действовали, по сути, уже после первой фазы боя уже пошли в раш. Да, я поздравляю Тузов с этой нелегкой победой. Вот первый бой не такой легкий был, второй как-то прям вот в ноль, в сухую одолели. Очень активно, очень агрессивно. Ребят, будете так играть, я буду вас каждый матч стримить. Спасибо вам большое. Жму руку Тайлспину, который командир. Все хорошо. Продолжайте в том же духе. Впереди еще очень-очень много сильных команд. Да, вот мне кажется, все-таки ставка на группировку всех кораблей, по сути, с одной стороны центрального острова, большого, да, она себя не оправдала, потому что реализация вот этих два крейсера, я говорю, что очень много времени прошло, да, попытка оплатить. Если бы они вышли... Руслан, я тебя, извини, перебью, я очень предлагаю сейчас зайти в тренировочный бой и постримить кого-то, у кого счет 1-1. Думаешь, успеем? Да, я уже в бою. Между уже в комнате? Да, я уже в комнате непосредственно, поэтому... Какой комнате? О, там даже 1-0, то есть мы можем еще в двух поучаствовать. Убер Командер Кусто собрал. Убер Командер, да, ищу. Убер Командер... А, да, вижу. Так, все. Мы не записывались, если нас закинут. Нет. Это не... Ушли в бой без нас. Ну, вообще, это некрасиво. По отношению к... С другой стороны, мы на него не записывались, то есть... Окей. С теми, кто записались. Окей. Там еще один Кубань создал. Кабан Марик. Давай, может быть, это спросим. Я не знаю вообще об этих командах ничего. Sea Riders и Задиры. Ну, давай меня к Задирам. Ну, я чем? Вообще предлагаю, что этот... как, в принципе, если они готовы брать, мне все равно, за какую команду. Да я понимаю, мне тоже, в принципе, все равно, за какую команду. Я вот забыл на плашку поставить счет. У меня состава. Ну, вот написано было. Ага. Так, ну, мы хотя бы зафиксировали этот факт. Давайте подождем. Давайте посмотрим, чем это дело закончится. Ты можешь пока рассказать, как твои впечатления от игры Тузов. Потому что я прям горжусь ими. По динамике боя, как бы скилловые команды против скилловых команд мы видели. И мы видели и в финальной части тренировочного турнира, но сам факт очень динамичного боя по тактике очень динамичного боя именно, движение всей группы ну, кораблей, вот единственное, второй бой, как по мне, еще более смазанный. Чуть-чуть смазали сел в первом бою, ну то есть не так была динамика взаимодействия в целом команды, то есть, скажем так, взаимодействие в каком плане? То есть оперирование всеми кораблями, да, командиром. То есть вот эта группа обходит, сейчас было, вот во втором бою была четкая позиция, да,
одна группа стоит как бы депит за счет того, что у нас линкоры, у них много хп, они должны пережить это время, пока у нас обойдут крейсера. Но вот просто стоялого уже не решает. Нужно все время двигаться все-таки. То есть дымы это временное явление. Нельзя вот... можно поставить один раз дымы в этой точке, в одной и той же точке, да? Для какого-то момента, пока, допустим, у тебя обходят корабли. Но как только ты видишь по таймингу, что твоя вторая группа уже занимается чем-то полезным, более активными действиями, ее нужно либо поддержать, либо занять группу противника, то есть вашу рашащую группу, вот, да? Она поджалась под центральный остров, ну сейчас я на стриме покажу, вот на этой мини-карте, да, так сказать. Вот, она поджималась под большой остров уже на нашей половине. Но помочь, скажем так, своим крейсерам вот с вашим Амаги и с вашим Чапаевым стоило, если бы пойти вперед. Мне кажется, все-таки этот риск был более оправдан. Это, конечно, было рисково, не спорю. Но что-то делать с этим нужно было, потому что два крейсера не могли справиться один на один без помощи с вашим линкором. И вашим крейсером, и вашим эсминцем. И еще и с вашим авиком, кстати. Ребята, походу, не знают, как раскидывать. Не, ну как не знают? Они же как-то запускали игроков в вражескую команду. Вот, запустили. Так, а они без наблюдателей? Без наблюдателей. Стоп, стоп, я должен указать. Да, слушай, какая-то непонятная совершенно ситуация. Сейчас я попытаюсь, может быть, спросить, потому что ну, тут получается классическая недосказанность. То есть команда противника видит какое-то нарушение по сетапу, но она не сообщает, что же это за нарушение. Понимаешь? Ну да, надо подождать, может, потому что это все... Исправить. То есть нарушение в чем? Нарушение в заявленном сетапе или нарушение с тем, что сетап заявлен один, а команда выбрала другой сетап? Но это маловероятно, потому что они только что отправили. И бой, кстати, не ранговый. Сейчас у них поставлен этот. И бой. Если я не ошибаюсь, там этот, там должно быть турнирный, по-моему, режим. Вот я уже не помню. Да, 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 обязательно турнирный. Долго, долго. Наконец-то, наконец-то. Это вот. Турнирный сейчас? Да, турнир, да, превосходства, ура, ура. Так, комнаты настройки правильные, сетап вроде правильный. Кабан Марик сообщает о том, что они готовы. Я еще раз повторяю. Слушай, а ты так не видишь, в чем может быть нарушение? То есть по сетапу, по самому нет? Может быть нарушение, значит, сейчас, два линкора. Ну, может быть команда, три одинаковых корабля. Может быть, я по этим, по иконкам мне трудно оценить. Ну, почему у них три одинаковых корабля? Я не вижу трех одинаковых кораблей. Это в какой команде? Ну, в левой, в левой. В левой я не вот, вижу в трех СР. Одинаковых кораблей. В СР я не вижу трех одинаковых я кораблей. Я тоже. А, вот, стоп, три атака. Видимо, подождите, вот по этим, по иконкам. У них два такао и атака, по-моему. А, да, все, да, да, вижу. У них два такао и атага, да.
Ну, я не думаю, что в этом бою имеет смысл оставаться. Вряд ли он состоится, поэтому... Что Нет, скажешь? теоретически может оставаться. А, Ну, ты теоретически понимаешь, может капитаны остаться. команд перепис 40 минут, я не готов ждать, если честно. Я лучше пойду, Нет, ребят, поздравлю с это победой. связано. Это не, я согласен. Я тоже стрим закончу, но к тому, что значит, я к чему? Что судья может потребовать просто, ну как, сказать, отдать на откуп команды. Такое возможно, в принципе. То есть бой может быть и состоится. Но вообще, конечно, тут вопрос, почему не переписываться с судьей, это связано с тем, что судья занят, ну, просто другими боями. Судей все-таки мало, а в западном ринге количество боев. Ладно, ну мы здесь спорить не будем. Я лично спорить не буду. Я на этом, наверное, буду прощаться уже. Наверное, будем прощаться, что уж теперь. А что уж теперь, в любом случае, спасибо всем за просмотр. Что ж, поздравим команду Aces с победой. Достаточно агрессивно действовала, не спорю. Более агрессивно, но это не значит, что у Сил не было шансов. Вот, у меня, кстати, переподключение прошло. Ну, то есть Опять ребята уже не подключилось. слышат, что говоришь ты. Нет, они слышат. Тут есть особенности. Я после стрима тебе расскажу, кстати, А, да, более я видел, о подробно. чем ты. Я понял, о чем ты. Вот, значит, еще раз спасибо за просмотр всем зрителям эстонца и моим зрителям. Надеюсь, что будете смотреть нас в последующие дни. Мы будем продолжать, конечно, стримы группового этапа, безусловно. Ну что ж, до новых встреч. С вами были Ронин и Эстонец. Да, всем спасибо, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и будем смотреть нас завтра в 20 часов 30, 20 минут, 30 минут по московскому времени у нас будет не менее эпичный бой. А какой? Узнаете завтра. Подписывайтесь. Всем пока.